Безопасность или комфорт? Этот вопрос сегодня обсудили представители администрации Нижнего Новгорода на встрече с жителями и собственником автостанции Щербинки, которая пользуется большой популярностью у нижегородцев. Напомню, после того, как предприниматель установил забор, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, началась неразбериха с въездом и выездом транспорта. Чтобы предотвратить гонки автобусов за право въехать первым на территорию автостанции, на въезде ввели двустороннее движение, а полосы разграничили водоналивными блоками. Тем не менее, всех проблем это не решило. Основная проблема, то есть это неорганизованное дорожное движение в части необеспечения безопасности. То есть запланировали работу по устройству тротуара, работу по разведению потоков общественного транспорта и по устройству дополнительных уже площадок для комфортной высадки и посадки пассажиров.